Так, ладно. Наверное, все-таки следующее стихотворение называется «Голем». И если кто не знает, голем в еврейской мифологии — это человек, грубо говоря, из земли, ну, как зомби, земляной такой. Смени ракурс. Найди причины. Почему-то лишь половина самого себя. Ты пуст, как земляной голем. Без лишних иллюзий, без веры, без сна. Бездна пугала собой, виляя перед тобой хвостом кометы. Даже в книге откровений все слишком спорно. Ты не найдешь ответов в давящем тебя пространстве. Как ни странно, нет ни стен, ни кухни, ни ванной. Есть лишь сосуд, названный твоим телом, состоящий целиком из глины и мела. Научись верить, подумай, а что дальше? Ты ведь уже не тот, что раньше, с душой нараспашку. И все уже не важно. Ты крест на себе ставил дважды. Ты плевал свое отражение в надежде выйти. Но идти некуда. Каждый твой шаг — это мольба. Забыть бы. Забыть бы, забыть бы! Забыть о том, что ты привык. Все врать себе, что слаб и болен. Но ты, увы, забыл одно, что ты не жив, что просто голем. Вот не знаю, что дальше. Давайте дальше так. Мне представилась некая комната, в которой сидит некий человек. Он не жив, он не мертв, он просто есть. Возможно, это даже какой-то какое-то не наше измерение, какое-то очень параллельное. В общем, человек есть, но что-то с ним не так. На нашем завтра автограф оставил Сартр. Иисус искал контроль древовины с азартом. На грязной кухне примерно в 5 утра его желание вмазать прервал резкий крик. Он прервался, убрал систему, снял жгут, сказал, что еще вернется увидеть страшный суд. Сказал, что еще вернется, когда выйдет срок. Нужно собраться, выдавить хотя бы пару строк, смять в кулак нервы. Курок под палец, стань барьеру, ты не станешь тем героем, что уходит первым. Остаюсь на той же кухне. Так проходят дни, тело покрывает плесень под шум ночной возни. Я продолжал сидеть, медленно врастая в стул. В мир через окно смотрел, как лицо лишалось скул. Щеки впали, и темнота в пустых глазницах. Я просто в ожидании. Ничего больше не случится. Давай поиграем в Бога. На мгновение поверим в чудо, не станем мечтать о небе. Сами небом будем. Заберемся в трещину в стене твоего дома. Так знакомо всем мой сонный бред и твоя кома. Снова закат раздавит то, о чем мечталось, нам оставляя холодный город и усталость. Осень прокурить пытается дождем, каждый в поисках истины, но каждый о своем. Вновь на дно. А потом один и тот же сон, будто мухи пытаемся пробиться сквозь стекло. И стало теперь ясно, куда ушло тепло. Дрожит промерзший город, а над ним небесный ком. День за днем, сон за сном. Я вас не сильно утомил, ребят? Паш? Где Паша? Долго читаю? Порядка. Ты меня будешь выгонять уже? Давай, я народ помогу. Хорошо. Тогда крайнее стихотворение на сегодня, которым я зачастую заканчиваю свои выступления. Да, и я выступлю вместо своему Днепропетровскому другу Павлу. Стихотворение называется
Как же она называется? А называется она «Приготовь одну правильную вселенную». И писалась она тоже очень долго, в течение 3 месяцев. Начал с одного, закончил совсем другим. Но результатом я в итоге оказался очень-очень доволен. Приготовь одну правильную вселенную. Внутривенно введи мне стены и крики из комнат темных, топот пешеходов, слепых и сонных. Я должен. Я кому-то все время должен. Под утро. Будто висельник с распухшей рожей буду снова искать врача, крича, что пора уже с этим кончать. Кто-то забыл оборвать пуповину мне. И теперь она болтается в ногах, путаясь позади меня, оставляя след. Будто след змеи, полоса гнутая. Я всегда отрываю полфильтра. Мои легкие наполняются криком, к одному никак не привыкну. К пустоте, что вокруг возникло. Размещаюсь сбитым дыханием эту комнату на до и после стены. Сладко приторно стонут. Слушай, блядь! Доктор! Да где тебя носит? Что? Силёнок не хватило, братец. Синих вен узлы разорвать и плюнуть в рожу хромым санитарам, что опять привязали к нарам. А здесь пусто. Пусто, пусто! Время — это темный, непонятный сгусток, лишенный умения обращать. Ему все время мало, оставляет на лице печать измятым одеялом. Мне бы замолчать. Достало каяться, а слова все без умолку изо рта валятся. Чертовы калеки! Корректор душ мне поднимает веки, дабы проверить, жив ли я. Вся эта лживость для того, чтобы приручить меня, отучить от глупых мыслей, признать тот бред, что станет жизнью. Когда я выйду из этой комнаты, глаза будут пусты, а руки исколоты. Ну что же, меня ветер встречает дрожью в мире, где я постоянно кому-то должен.